Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, леди и джентльмены. Сегодня мы с вами проиграем в хоррор. Ненавижу хорроры, потому что ненавижу, страшно очень. Игра называется Broken Veil. Находится, есть демка сейчас в Steam. Хотите поиграть, игра будет написана в 22-м году, значит скоро. Так что не будем долго болтать, давайте начинать. ВСД двигаться, пейс прыгать. Понимаю, этот маленький мальчик, это мы с вами. О, страшно? Даже мне страшно. Что-то он напоминает. Так, надо, мне кажется, погромче сделать игру. Вы там, наверное, ничего не слышите. Купец, не то что не слышите, я ничего не слышу, не вижу. Бля, какой я маленький, а почему я такой маленький? Смотрите, шевелится. Фига себе. А почему я проснулся? Так, давайте посмотрим. Давайте побегаем. Ой, смотрите, 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 смотрите. Ничего себе, нормально, нормально. Молодец. Блять. Разбилось. Моргает свет. Угу. Я так понимаю, что ничего лутать не надо, да? Что это? Little Nightmares называют. Начинает напоминать, правда? Ого. Надо звук погромче сделать, чтобы пугаться. Что-то подлагало. Подгрузилось. Заходим. Музыка нагнетается. Мама спит. Click left mouse to press. А. На что нажать? Так. А, типа, меня не должны поймать. Я так понял, да? Окей. Блин, меня опять поймали. В смысле? Все как-то начинается мило и медленно, так что и даже не страшно. Может быть, здесь что-то есть? Нет, здесь не было. Так, все заново. Мы пробегаем. Все-таки, может быть, это вот пресс? О. Ой, ёпта. Бля, она телепортнулась. Хуя себе, мамочка. Ой. Чё, всё заново, что ли? В смысле, а чё игра остановилась, алло? Прикиньте, игра зависла. Ой, не могу. Серьезно? Давайте с последнего чекпоинта. С последнего первого главного чекпоинта. Смотрите, смотрите, смотрите внимательно. Опять телепорт сделают? Ой, я же говорю. Нормально. Так, главное не шуметь, я так понял, что ничего не касаться. Так, тут у нас картинки с детьми. Я так понимаю, что это детский домик. Да? Походим сюда. Что-то есть здесь? А для чего дверь нам открыли? Так, может что-то открыть можно? Нажимаю, протыгиваю, ничего нет. Может свет можно выключить? Нет. О, сюда можно зайти, видите, сюда. Да даже камера увеличилась. Окей, пропало, стенки пропали, как в Симсе. Игрушку нельзя взять. Прыгать. Please space to climb. Ага, окей. Ой.
Я упал. Ёп. Блин, они еще, я еще должен прыгать. Ой, как тяжело с такой камерой обращаться. Ой, надо просто вперед нажимать, наверное. О. Левую кнопку нажать, чтобы пушить, толкнуть. Hold shift to sprint. С разгона, чтобы прыгнуть. Бля. О! В смысле? Бля. Меня поймали. Ой. 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 Что-то это не страшно как-то пока что. Пока что не страшно, но это пролог, не забывайте. Блин, реально Little Nightmares? Нет, нет. А что-то подобное я уже видел. Вроде было подобного что-то. Я ничего-то не помню, чтобы... Может, мне в ящик надо было прыгнуть? Почему-то у меня такое ощущение. Так, что-то не то. Вот непонятно. Вот знаете, вот, что вот в таких играх мне не нравится больше всего. Непонятно, что делать с этим всем. О, не допрыгнул. Ёпт. Тихо. Прячься, маленький. Я куда-то должен был спрятаться, наверное, после того, как я все это скинул. Да бля, в смысле он меня заметил? В смысле, он меня заметил, не понимает, а? Как? Фу, они такие вот эти вот игрульки, знаете, вот поэтому, знаете, вроде бы это страх, там и все такое, но... А куда я должен? Я, может, сюда должен прыгнуть? Потому что, ну, как-то было бы логично, не? Написал shift, то бежать. Пресс shift, то run. Я бы туда запрыгнул, не? Нет, туда я не запрыгну 100%. Туда, может, можно... Так, я спрятался. Я могу как-то тихо ходить? Блин, тут меня сразу нашел, видите? Дубль 526. Сцена 85. Попытки съебаться от мужичка. Давай. Заходим. Попытка номер 5. Толкаем, ёпт. Становимся на уголочек. Shift. Разгоняюсь, прыгаю. Опа, нет, нихуя, не сюда. Прячемся. Может, мне нужно было сразу куда-нибудь сюда сбежать, вот не здесь спрятаться? Так. Сразу увидел. Нет. Будем думать. Блин, я тут подумал, может быть, мне попробовать все как-то более серьезно сделать. В том плане, что когда он пишет пресс туран, то реально туран бежать. А не то, что я там делаю. Ой-ой-ой. Блин, шапочка у нас, конечно, просто сказочная. Толкаем. И сразу, давайте сразу побежим на shift. Да. Не знаю. Блин, надеюсь, он не от бабки придет. Что было написано? Up, down. А, Ctrl, присесть можно. Опа. Надеюсь, назад не будет возвращаться никуда.
Так, что мы должны сделать здесь теперь? Дверь? Дверь открыть может? Нет. Hold A to push. А толкну? В смысле, а русскую, а? Не, нихуя, подождите. Подождите, надо поискать, что здесь. То я что-то как-то так быстро. Блин, ничего не нашел. Ничего не вижу. Может, здесь ключ какой-нибудь? Может, залезть можно? Может, шифтуть и прыгнуть? Опа. Все звуки такие, кто-то что-то подметает. Не, ну, смотрю, вроде ничего нет, поэтому... Опа. Ху-ху-ху. Ничего себе. Че она не открывалась сразу? Это у нас улица. А что у нас на улице? Блин, красиво так сделал. Это вообще красота. Не знаю, что у вас будет на видосике, друзья. Насколько это будет темно или светло, но... Игра просто огонь. Ну, мне нравится. А вам нравится? Ну-ка, я посмотрю, что у вас там. На видосик тоже, кстати, неплохо выглядит. Так. Качельки. А можно на качельках покататься? Блин, жалко нет кнопочки взаимодействовать с такой фигней. Это же весело. Так. Песочница. Чем песочница можно? О! Типа взять. Посмотрел, положил. А это можно взять? Нет. Мы можем брать еще всякие вещи. Здесь что-то темнеет. Здесь мы ползать можем? Нет, не можем. О, свет горит от машины. А здесь что у нас? Ой, мусора тоже нет. Посмотрим. Кататься, значит, таким можем? Хы. Работает. Молодцы, ребята, молодцы. Ну, это по... Может, туда пройти можно? Space to jump. То есть все это нам дали пробежать просто так. Ага, залезли в машину. И нас куда-то с вами увезли. Интересное начало, да? Ну, такая прям интригующая. Блин, а вдруг это конец пролога уже? Блин, прикольненько, мне понравилось. Итак, нас куда-то привезли. То есть мы свалили с того дома, и теперь мы часть вселенной. Так. Куда-то припарковались. Мы куда-то с вами идем. Нифига себе. Жили в доме спокойно, никого не трогали. Жалко, что камера не крутится, конечно. Непонятно, куда идти. Я просто иду, и я даже не знаю, тут конец есть. А, все, нашел конец. Идем по улице. Мы вообще грязные детишки какие-то уже. А что здесь? Мы упадем? Детям колодец, не игрушки. Сейчас проверили заодно. Нечего по люкам прыгать. Может, рисовать можно, кстати? Можно рисовать? Я бы сейчас здесь... Нарисовал что-нибудь. Вот могли бы, кстати, сделать, чтобы можно нарисовать. Какая разница, все равно игра не онлайн, а можно много всякой дичи делать. Тут, наверное, через забор надо прыгать через shift. Что-то мне подсказывает с капота машины. Ладно, пойдемте. Пойдемте пробовать. Нет, не отсюда. Тоже не отсюда. Неужели с этого? Вот с этого. Отсюда. Нет. В смысле нет. Че, может в дом зайти надо куда-то? Может быть там была где-нибудь дверь, которую я не заметил? Вот это вот. Тоже нет. Ну давайте искать тогда, смотреть, что тут. Да как тут? Может тут какая-нибудь другая потайная дверь? Собаки лают. Ну, кстати, он ко всем дверям, видите? Ну, вообще, к любой, к стеночке подходит. Ну, хотя нет, не к стеночке. К дверям он. К дверям не подходит. Не, сюда не залезть. Сюда залезть. О, здесь щелочка, ёпта.
Left mouse to push. Теперь control залезть. Привет, привет, ребята, здравствуйте. Беги, брат. Его сейчас убьют? Ой, ой. О, господи, какие дети злые. Нас побили и выкинули? А чё мы выглядим как тюремщики? Господи. Что происходит? Про что эта игра? Про что эта замечательная игра? А что здесь такое? Так, мальчики-девочки танцуют, мальчики. Left mouse to take item. Какой? А, портфель, наверное. Или вот этот. Взяли, что это у нас? F to turn laser. О. You can guide catch with your laser pointer, reach higher. О. Ися что-то нашла. И здесь нам упала какая-то штучка. Hold item to space through item. Окей. Короче, мы сами там не можем ползать. Ага, какая умная кися, смотрите. Ползает куда надо. То есть я могу лазером. Ой. Пацан. Ой, мурлыкает маленький. Ну прыгай ты, ёпта. Ну ебани это. А? Ну? Понимаешь? Ну ладно. Тут, кстати, какой-то сейф. Ладно, кися. Что-то ты... О, я все-таки это могу взять. Тихо. Куда я это должен положить? Погоди, я взял руки, держи. Куда это? Не? Непонятно. Давайте сам, давайте посмотрим. Сюда мы можем забраться сами? Нет, сюда мы сами не можем забраться. Значит, эту хрень куда-то мы можем засунуть, правда? Получается так. А может быть, нужно посмотреть, что здесь у нас? Может быть, ту железяку. Зачем нам тяжелая железяка? Вот, давайте подумаем. Наверное, чтобы что-то опустить, не? Может, на портфель бросить? Нихера. На что это похоже? Увеличить тоже нельзя. Да что эта хрень похожа? Может, куда-то вставить? Может, сейф открыть? Ой, я сказал сейф открыть, еще-то аж чихнул, так что, может, куда-то реально вставить эту хрень можно? Ой. Хе, прикольно. Еще я теперь должен. Press the left mouse. Ага. Left mouse. Если честно, я случайно подбежал, пока зевал. Точнее, чихал. Нормально. Ну ладно. На то и кисики у нас тут есть. Нас побили злые дяденьки. Опа. Здесь у нас тушки разделывают. Тут опять кто-то за нами бегать будет. Знаете, игра вот типа хоррор, да? Но она не похожа на хоррор почему-то. Но это не хоррор. Крюк. Что крюком можем сделать?
Так, опять нам нужно разгадать головоломку. Давайте поищем. Крюк у нас явно где-то здесь. Явно что-то с этой кнопкой сделать. Может, прыгнуть надо нажать? Может быть, зацепиться крюком? Крюк нам явно нужен. А? Сюда? Нет? Учитывая space bar while holding item through... Окей. Кинуть. Так. Может быть, кнопку кинуть? Вот сюда? В эту хрень кинуть? Так. Может, подальше отойти и кинуть? Так, поближе надо. Может, мне подскажет, что я не туда кидаю, но... О! Так, а что это нам дало? Что нам дало то, что вся эта хрень подвинулась? Что-то же нам это дало? А прикиньте, теперь нужно каждый раз кидать, чтобы эта хрень двигалась, 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 а потом она... О, в окно. Странно. Что-то с окном связано по-любому. Нет. Что-то не то, что-то не то. Но не в окно же этот крюк кинуть. Не, эту хрень надо держать, я так понял, что... Так-так-так. Не. Ти-ти-ти-ти-ти. Ти-ти-ти-ти-ти. А что-нибудь с этой веревочкой сделать, может? Ебануть крюком в нее. Что делать? Что делать? Что делать, дамы и господа? Что делать? Ну-ка, давай берем. Держать надо. Ну-ка, пойдем ебаним. Сука. За мать нахуй. Что куда-нибудь? На! Так, это хуйня, вот как груша, блядь. А что с ней делать? Ладно. Может, здесь что-нибудь? О, там что-то висит, смотрите. Или мне показалось. А, это просто отблеск. Так, от света почему-то. Вот видите, с этой стороны? Смотрите, сейчас, когда здесь видите, она так блестит, как будто бы там и там какой-то подсвечивается. Да не, нихера, здесь ничего нет, смотрите. Но что тут? Тут пусто, туда даже не пускают. Здесь явно что-то связано вот с этим вот. Вначале я что-то просрал, я не знаю. Я не знаю, я не знаю. Упой. Ой, веревочка, ебать. Что такое у нас? Что с этим делать теперь? Угу. Так. А? А? Не, нихера. Можешь кинуть, можешь проедет наша тушка. О, улала. Так, скорее всего, нам надо теперь сюда куда-нибудь. Там же веревочки есть. А что еще же? Мы же больше не запрыгнем никак. Блин, а вдруг мне сейчас с крюком надо прыгать, скорее всего, да? Скорее всего, крюк до конца нужно использовать. Ну, мне так кажется. Я же должен цепляться за что-то. Нихуя. Я не могу крюк взять и с крюком запрыгнуть. Или могу? Не, не могу. Хм. А он вот так вот едет. Может быть, как-нибудь вот так вот?
За это могу цепляться? О! Ого! Может, там что-то есть? Фу, по грязи хожу. Малой, ты какой-то ужасный человек. Ебаный в рот! Кавабанга! Не. Не отсюда? Jump at hole left mouse button, grab the hrop. Ой, понял. Короче, даже подсказка мне делает, что делать. Типа прыгнуть и нажать левую клавишу мышки. Какая хорошая игра. Просто... Ой, слишком высоко. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. С моей меткостью, как я прыгаю, кто смотрит некоторые игры, как мы играем за Уром. Да. Я должен запрыгнуть-то. У меня же так все плохо с понятием. О! Держать надо было. Бля, ну в смысле? Все, все просрал. Знаете, как ориентировался сейчас? Вот по этой штуке, где она проходит напротив меня, я прыгнул. Надо держать кнопку опять. То есть, когда прыгаете, не забывайте, надо нажимать кнопку. О, держимся. О, мальчик маленький, да, какой? Держится тут, держится там, держится. Какой молодец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой. Мне, походу, что-то нужно делать с правой и левой клавишей мышки. Чтобы меня не сдуло, я так понимаю. Я-то думал, тоже все, халява. Может, перепрыгивать надо было? Не знаю, что делать. Ладно. Дубль 526, цена 185. Проделки МДЖ маленького. Джуниор, МДЖ Джуниор. Так-так-так. А что тут происходит у нас? Так. О, так, это я могу, походу, правой кнопкой мыши. Jump, hold, mouse, button, grab. Это вот уже было. Все нормально. О, так я в прошлый раз, походу, нажимал просто стрелочки, когда ехал. Поэтому я так стрелял из стороны в сторону. Ой. Ой. Я понял. Я намек понял. Баночку можно здесь какую-нибудь? Так. Так-так-так. А шо у нас тут? Ой, фаршик. Блин, я был до конца, дай посмотреть, что будет. Фарш. Ножи, столы. Кисю, ты сейчас со мной? Малыха. Так, что-то вижу, лежит. Курочка. Кость, точнее. Дайте догадаюсь. Так кость надо ебануть туда? На себе кость бахнуть или нет? Ну, чтобы застряло, правильно же? Ой, ёпт, кинул. Кинул так, что теперь никакую кость не подниму, блин. Вот орел. Так, где моя кость? Стош, кость. О! Хуяся. Я как всегда что-то делаю, случайно делаю. Так. Мне кость не найти, поэтому, мне кажется, придется last checkpoint нажать, потому что я закинул ее хер знает куда. Кость. Так, мы толкаем сюда. О, это логично же, правда? Хотя я бы, наверное, кость бы кинул не сюда. А в эту штуку, чтобы эта штука остановилась. Но... Кость берем. Кость закидываем туда. Ёбаный урод. Кость где-то там валяется, да? Ага. Мальчик, не падай, держись. Перекость. Блять, это так странно, если бы я туда кость оставил. О. Упс, ничего себе. Тихо. Это что такое, блять? Да, что-то темное.
Как подниматься? А, нажать надо и держать. Окей. Это вентиляция получается. Мы уходим по вентиляции. Очень шумная вентиляция. Беги, брат! Хуя себе! Что, бежать ну-ка одна? Ой-ой! Литер... Ой-ой-ой-ой! А чё, мы не прыгнули-то? Ещё бежать надо, ё-моё! Я ж такой маленький мамки... Ого! О! Хуя себе! Так, 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 беги, мамкин брат! Ё-моё, что происходит? Хера себе! Хера себе! Ой, надо было прыгать, да? Извиняюсь. Так. Да, ё-моё. Что происходит? С этим банками надо что-то делать. Наверное, подкат делать. Нет! Блин, меня сожрали. Блин, опять не допрыгнул, да ё-моё. Так, все, я собрался, все. Опять хуёвый кнопку надо что-то. Как можно нормально нажимать, а потом хуёво начать нажимать? А, блядь, надо же мышку нажимать. Не забыл кнопку нажать. Мама, помоги! Что такое-то, блин, а? Давай, соберись. Пизду. Всех моих детей съедят, блин. Моя жопа горит. Не горит. Втройне. Сколько я уже прохожу? Час? Так, короче, я понял, что делать. Ой, не понял, извиняюсь. Упс. Друзья, живем. Опа! Прыгаем, давай. Беги. А что ты встал-то, блин? Что встаешь, брат? Быстрее, шевелись. Жоп, крутим. Оп. Прыгаем. Быстрее. Да беги, встай. Почему-то он встает после этой хуиси. Так, бежим. Хватаемся и вперед! С ноги! Вот такой вот пролог, кажется. Ну да. Ну что, друзья, как вам понравилось? Кстати, это ужастик вроде как. Ну, местами можно перепугаться, если сделать музыку резкую и резкая смена картинки. Скажу честно, я не перепугался, но очень игра заманивает. Прям интересно. Прям вот Little Nightmares. Вот по-любому, не знаю. Ну, вдохновлялись по-любому от этой игры. Либо это и есть от этих создателей, фиг знает. Ну, очень интересно, очень. В общем, качайте в Steam, она бесплатная, это пролог. Играйте, если вам интересно. И, кстати, не забывайте поставить лайки, там, написать комментарий. Ну и все, в общем-то, на этом. Всем счастья, здоровья, любви, всем хорошего настроения, всем пока-пока.